Муниципальное управление Балаковское обращается к жителям города Балаково с просьбой оказания помощи раскрытию преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. 8 мая 2017 года неизвестное лицо в районе торгового центра «Гринхаус» на проезжей части по улице Тарнавской причинило ножевое ранение молодому парню 27 лет, впоследствии которого скончался. Очевидцев и свидетелей данного преступления, которые могли находиться на момент совершения преступления в указанном месте, либо перемещаться на автотранспорте с видеорегистраторами, просьба обратиться в отдел полиции. Анонимность вознаграждения гарантируется. Известно, что молодой человек, потерпевший, двигался с адреса проживания на место работы. В этот момент, пересекая проезжую часть по улице Тарнавской, неустановленное лицо с ножом в руках нападает на него сзади, наносит не менее 7 ножевых ранений в область шеи, головы и туловища, впоследствии чего потерпевший скончался на месте. Следствием установлено, что подозреваемый на вид 25-35 лет, среднего телосложения, рост ориентировочно 1,80-1,90 м, был одет в спортивный костюм темного цвета, бейсболка, на ногах имелись кроссовки. Кто-либо располагает данной информацией, мы просим обратиться в отдел полиции номер 4, бывший первый отдел полиции, либо на механизаторов 1А. Также можно позвонить по телефону 02. Какие-то версии есть? Версии у нас, так скажем, основные две. Это, соответственно, первая версия. У нас лицо, причинившее тяжкий вред здоровью, мог быть приятелем потерпевшего и либо в ходе внезапно возникшей ссоры с целью мести нанес ему ножевое ранение. Есть версия, что у потерпевшего имелась на стороне связь. Связь это женского пола, соответственно, мог данное телесное повреждение причинить молодой человек, так скажем, с целью ревности. Мести за то, что наш подозреваемый имел отношение с женщиной на стороне. Либо из хулиганских побуждений. Ну, соответственно, эта версия, так скажем, пока она обширная, по ней надо работать более детально, чем на данный момент мы занимаемся. Скажите, пожалуйста, в соцсетях появился фоторобот подозреваемого. Откуда он взялся и соответствует ли он действительности? На данный момент я не готов ответить по поводу соцсетей. Сейчас фоторобот у нас, так скажем, на данный момент обрабатывается. Сегодня он будет готов, и, соответственно, мы вам его выдадим дополнительно. То есть окончательный вариант, который сейчас и на новостных сайтах. У нас есть свидетель, несколько свидетелей. На данный момент каждый свидетель рисует свой, так скажем, свидетелем у нас работают специалисты. В общем, когда фотороботы будут готовы, путем сложения, наложения будет выбрана та идеальная, так скажем, форма лица, которая более соответствует процентам соотношения на лицо преступника. То есть тот робот, который выложен, он не соответствует действительности? Я не видел еще раз. А, вы не видели? Фоторобот в соцсетях. Мы работаем с людьми, мне некогда в соцсети. Этим занимаются у нас другие специалисты. Мониторинг проводит интернет. На данный момент я не готов ответить, что там в соцсетях. А говорят, что было какое-то еще убийство, ну потом его, естественно, опровергли. Ну, ходят слухи, что уже маньяк завелся в городе. Нет, можно ли сказать, что это нет. Единичный то, случай? То, что в соцсетях сейчас пишут, соответственно, будоражит население. Кто-то это делает с какой-то провокационной целью. Кто-то, соответственно, напуган. Я еще раз поясню, у нас совершено только одно вот это преступление. На данный момент других преступлений никаких нет.